Всех приветствую, дорогие друзья! С вами Александр Черенков. Сегодня мы играем в ферму на карте Долгостроева. И отыгрываем РПшку. Ну-ка, заведем УАЗик. Завелся. Я тут прикупил УАЗик недавно. Снесся и доволен. Ну что-то полезное я уже не ходил сюда. Ой, а как я тут сюда заехал? Видишь, как он? Вот это. Ясно. Опа. Это не знает. Вот это. Так, а поедем мы... А поедем мы на базу, которую мне отдали. Тут надо, короче говоря, колхоз развивать. Ну, конечно, грузинский стол, который уже. А вот у нас что-то. Ух ты! Осталось даже бронадинского. Это у нас вроде как туда. Да. Ну-ка, а что-то еще есть. Опа-на, пацаны! Гляньте-ка! Ну-ка, кто это у нас здесь? Тёркер есть, да. Слушай, ну это Тёркер. Ого, гляньте. Это у нас МТЗик 52-й. Ну-ка, дайте-ка я попробую его заведу. Ну-ка. Нет, я лучше пока что не поставлю назад. Тогда завтра разберусь и смотрю машину залить, как есть. Как он в баке, топливо. Так. Выходим. Берем наш... Хотя нет, давайте пешком пройдемся. Пешочком веселее. Да, много здесь вещичек. О! О! Зазик! Ух ты! Интересно. Ну-ка. Ключи все есть, пацаны, представляете? Все работает. Полный бак топлива. 39 литров. Ну, значит, на... Ну, что мы сегодня будем делать? Сейчас мы поедем покупать технику. А, в смысле, я уже договорился. Поехали. Что-то как-то я несколько часов стреновал. Ну хотя забыл, поверь мне. Так. Так.
Давай попробуем. Если как он сейчас вблизи будет показывать. Вот это да. Нормально, если показывает. Так, ну, да. Вот этот кружок, ну, считай, мы его будем покупать. Ну, может, в дальнейшем купим вот этот кружок. Так, а сейчас нам куда? Вот сюда. Опа, запись ползёт. Ну, всё это... Ну, нормально. Сейчас делаем это сейчас. Довольно-таки быстро он сейчас подберёт. Нам сейчас недалеко. Мы в магазин съездим. Там стоят на продаже два трактора. И уже, я возьму уже, если там себе денег таких нет. Даже. Вот они, кажется. Так. Вот они, вот они, даже. Я уже купил. Так, сейчас отъезжаю вот сюда вот так ставлю. Запись. Думаю, что уже не упадет. Ну и я пошел. Так, к юнзику. Вот этот вот плох у нас. Тут, кстати, вот такой сталинец S100 стоит. Старенький. Мы сегодня всю технику перевозим на базу. Ну-ка. О, как легко наводим. Ого. Вот. Выбираем машину. Кто не знает, у меня был полмиллион. Поля у нас есть. Ну, пока что мы будем зарабатывать деньги. Какие-то еще. Пока там работают бабушки. Спасибо.
Ну, наша база не может. Так. Юнги по непопасту заводим. Вот сюда. Водитель вышел из плохо Уильямс, а вон запрещен. Интересно, если так отвечать. Ну что, уши. А сейчас быстренько бегу тут. Все, ничего. Ой, не в ту сторону опять. Сейчас мы будем покупать Т-40АМ. А на нем заберем заодно вот эту тоже. Т-40 не в магазине, он тут близко. Речка тут такая, вроде. Не, речка. Ой. Так, а вон это сорок стоит. Тут пользовались. Вершиномонтаж, видите? Тут им еще людей откуда-то вытаскивали, помогали. Ну-ка, пройдем. Так, по цене я уже договорился со всеми. Все, сейчас. Так. Открываем дверку, садимся и заводим. Давай-давай. Заводись. Ты сорок. Давай.
А теперь побежали покупать одну вещичку. Потом еще надо будет запорос забрать. Ну, ничего, заберу. Анонс сейчас пока что вот сюда. Вот тут, я если не ошибаюсь. Вот он, да. СХТЗ-80. За него я еще 100 тысяч отдам. Вместе с культиватором, кстати. Эх, тяжелая вещь. Вы видите, друзья, подсветка приборная на таком старом карте. Это же столица. Если я там это не снимал, то написано «ХТЗ», но это такое, это не надо, это не надо. Так, вот посмотрим, как он будет. Да и нет. Вот и нет. Вот это 140 осталось. А сами выбирают этот цвет, и они не туда. Вот здесь полный запад. Если не верно, но я так выбираю, то опа!
Так, садимся в Т-40. Выводим его. Поставим, и все у нас будет. И теперь можно отдыхать. Тут у нас, естественно, ничего нет, да? Жалко. Ну, конечно, вот МТЗ-50, УДА, Запорожец. Это очень удачная находка. Эх, красотень. 3 трактора. Потом будем работать в поле. Плюс завтра я еще вот с этим дружком повожусь. Сделаю тут все нужно. Может, у него там что-то сломано. И ничего. Ну и в принципе можно быть где. Я имею в виду, тогда можно будет отдыхать, а потом тоже к бабке. Вот у Ани очень полезные вещи. У вас, я имею в виду, именно 30 минут. Вот глядите. Оп. 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 О, я сколько здесь трактор у нас. Надо ее собрать. Потому что это дом для кухни. И не все, но я туда не вижу. Наверное, в этом доме работает. Знаете, как ты это честно выглядит, я пробую говорить, только вы просто не представляете, ужас какой. Он заводится, наверное, минуты 2-3 точно. Минут 2 точно. Так, поворачиваем. Сейчас я зайду быстро поем и поеду домой. Я поел и поехал домой. Включаем свет. Я быстренько так за 2 минуты. Опа, опа. Ой, я еще добавил. Опа. Видите, как он работает? Проходит. Сегодня у него, конечно, нет, но не везет. Вот с этого места он лезет. Вот, глядите, так. Сейчас я его достану. Вот, 9 км/ч. 3, 2, 1. Оп, 60. 8. Да, это как придет. Ой! Опа, на, ого, ничего. Так, стоп.
Ворота я забыл закрыть. Вот. Я думаю, что же делать? Ворота надо закрыть. Закрылись. Ну, поехали. Теперь еще буду путаться. Буду ждать, искать свой дом. Ну ладно, пацаны. Всем пока.